На следующее утро Елена и Василий заявили о пропаже Маши в полицию, а потом сами объехали близлежащие районы. Девочки нигде не было. Они уже собирались ехать домой, но тут Елена вспомнила, что однажды она застала дочь в компании других неформалов возле одного из ночных клубов в паре кварталов от их дома. Елена уговорила Василия съездить туда. Елена, скажите, а вы здесь часто бываете? Ну, бываем. Скажите, вы эту девушку не видели? Это моя дочь, она пропала. Не видели. Смотрите, подожди, пожалуйста. Посмотри, Вася. Что, Вася? Вася, перестань, ты чего? Пускай посмотрит. Не надо, так, Вася. Посмотри, тебя просят по-человечески. Вася, не надо, Вася. Что ты ржешь? Вася, не надо, что ты делаешь? Вася, отцепись от него. Смотри, он уже. Вася, вот что тебе сделать? Как домой не пойдешь? Вася, ребята, постойте, пожалуйста, моя единственная точно пропала. Я умоляю вас, если вы ее видели, скажите, что, пожалуйста. Да это подруга паштета. Какого паштета? Какого паштета? Пожалуйста, это моя единственная дочь, я сама схожу от горя. Какого паштета? Где он живет? Ваша старость, вот в этом доме живет. Все? Квартиру скажи. Ты пошли, подожди, подожди. Квартира какая? 69, все, вы свободны? Спасибо.